символ свою структуру. Вот она такой мошенник. Мышки, которые подпевают, кальян, это такой дурман, как бы такой вот. Очень много было сект, в это время рекламировали себя, вот именно в 98-м году. Вот такими вот знаками я как бы отображаю рок, свою эпоху. То есть каждый предмет – это своеобразный, как бы, знаете, алфавит такой, из которого я составляю текст. Да, в стропончиках, в левом повороте обнаженный символ народа, подыгрывающий, слепой. Но он уже, да, уже ушел. Он видел эту рамку. Что сказал? Не понравилось, представляете? То есть вы его трактуете как подыгрывающего этому всему? Я сужу, в общем-то, может быть, конечно, у меня такая информация, это вот, о нем мы очень много писали, Шемякин о нем очень нехорошо отозвался, как очень жадный человек, то есть, когда он у него пытался занять с Владимиром Высоцким, он говорит: ребята, у меня 100 долларов нет, вы хотите, я вам свою яичко. Очень, кстати, символически, потому что яйцо – это символ денег. А вареное яйцо – это ну, вот, многие такие. Брат у меня работал. Делал ему здесь на Фонтанке особняк тоже там. Ну, такой человек прижимистый достаточно. То есть, ну и помимо вообще еще там разные статьи, которые я читала у него, как-то так вот сделала выводы между строк, что человек такой не очень щедрый, не очень, может быть, искренне к своей стране, что ли, мне показалось.